как отдохнул, как вообще первый вот этот этап прошел подготовки к сезону? Отдохнул хорошо, в принципе, потому что был в Одессе, дома, с семьей. А первый недельный цикл у нас прошел довольно-таки в простом режиме, одноразовые тренировки, плюс заключительная игра, нужно было посмотреть, как кто физически готов, кто какие связи потерял, где нужно наладить. В принципе, это был, ну, скажем так, информативный недельный сбор, и сейчас мы будем отрабатывать уже непосредственно все под сезон. Сегодня уже пришла первая тренировка. Какие вот остались? Тяжело? Нет, нормально. Все, работаем как должно. Какие ожидания от сбора в Харькове? От сбора в Харькове мы ожидаем то, что должны набрать физические кондиции, соответственно, наладить тактические связи, посмотреть ряд потенциальных игроков и подойти в лучшей форме к новому чемпионату.